The Royal Phuket Yacht Club. The Royal Phuket Yacht Club был построен в 1987 году в числе первых отелей на Пхукете и с тех пор ежегодно проходит реновацию. Гостиничный комплекс расположен в южной части острова, на окраине пляжа Найхарн, в 47 километрах от островного аэропорта. Отель имеет прямой доступ к морю. Для гостей на пляже бесплатно предоставляются все необходимые удобства. Кроме того, неподалеку от берега протянулся живописный коралловый риф, где интересно поплавать с маской и трубкой. Отельный бассейн свободной формы располагается на открытой террасе. Его украшают фонтаны и клумбы с тропическими растениями. Для детей в бассейне обустроена неглубокая безопасная зона для купания. Расслабиться, созерцая морской пейзаж или предавшись чтению, можно на уютных диванчиках в лобби-лаунж. Здесь приготовлена подборка книг на разных языках. Довольно занятный способ времяпровождения – кулинарный мастер-класс. Профессиональный повар с радостью научит вас готовить полюбившиеся блюда тайской кухни, например, рагу из курицы с орешками кешью. Список предложений для проживания в The Royal Phuket Yacht Club открывает категория Ocean Front Superior. Номера площадью 50 квадратных метров разделены на закрытые помещения и открытую террасу с зоной отдыха, где можно загорать, любуясь морским горизонтом. Сорок 9 номеров категории Ocean Front Grand Superior несколько просторнее, чем Superior – 72 квадратных метра. В остальном же они весьма схожи. Изюминка ванной комнаты в естественном освещении, которое обеспечивается окошком над душевой. Номера Ocean Front Deluxe отличаются от предыдущих не планировкой, а дизайном интерьера и объемом предоставляемых услуг. Гостям апартаментов этой категории, а также последующих, предлагаются бесплатный Wi-Fi в номере и трансфер до города Пхукет. Ocean Front Junior Suite как нельзя лучше подходит молодоженам. Это единственная категория, не предлагающая дополнительной кровати. Терраса чуть меньше по сравнению с предыдущими категориями, зато внутреннего пространства больше. Три роскошных номера Ocean Front Royal Suite предлагают максимальную площадь размещения – 244 квадратных метра. Апартаменты включают гостиную, мебелированную обеденным гарнитуром, и спальню, совмещенную с кабинетом. Ванная комната оборудована двумя ваннами разного типа. Как и в номерах других категорий, здесь имеется просторная приватная терраса с видом на бухту Найхарн.
Отельные завтраки проходят на открытой террасе ресторана международной кухни «Quarter Deck». На протяжении дня заведение работает по меню а-ля карт. Днем можно перекусить в ресторане «La Promenade», расположенном у пляжа. Здесь подают блюда итальянской и средиземноморской кухни, а также барбекю из морепродуктов. Большой отельный конференц-зал площадью 136 квадратных метров в зависимости от потребностей может быть разделен на три части при помощи модульных панелей. Зал имеет выход на открытый балкон с видом на море. Рядом с бассейном расположен небольшой кондиционируемый тренажерный зал, позволяющий поддерживать форму даже на отдыхе. Те, кто предпочитает физические нагрузки на открытом воздухе, могут арендовать велосипед или потренироваться на одном из теннисных кортов, что в 5 минутах езды от гостиничного комплекса. Отельный спа-салон «The Royal Spa» состоит из нескольких просторных помещений открытой планировки, где установлены массажные столы и джакузи. Изо всех комнат открывается потрясающий вид на море, что, несомненно, умножает удовольствие от процедур. Используемую в спа-косметику при желании можно приобрести.